Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Возлюбленная Господи, Отцы, Матери, Братья и Сестры, спасибо Господи за ваши святые молитвы. Сегодня на Божественной Литургии мы с вами читали Евангелие от апостола-евангелиста Матфея, в котором был рассказ о том, что Господь говорит нам про время, когда будет страшный суд Господень. Нам в Евангелии открывает, и Господь открывает, что этот мир превременный, что наступит день и час, когда закончится вся это существование этой вселенной, будет страшный суд Господень. Вот. И, конечно же, всем нам интересно, когда же это будет? И апостолы тоже спрашивали Господа, когда же это будет? Потому что мы с вами, не секрет, живем расслабленно духовно, и у нас есть и нераскаянные грехи, и по своей немощи мы хотим продолжать грешить, но вот перед страшным судом Господним, перед кончиной, мы хотим поисповедоваться, очистить свою душу покаянием и войти в Царствие Небесное. То есть наша душа поврежденная хочет, чтобы мы греховное удовольствие этого мира успели получить, но и в Царствие Небесное попасть. То есть вот на двух таких стульях посидеть. Но мы должны не забывать о том, что если человек получает греховное удовольствие мира сего, то не просто он потом пойдет и поисповедуется в том, что он там грешил, и там пьянствовал, серебролюбствовал, блудил, или еще какие-то другие грехи совершал. Да, он поисповедуется, и Господь простит ему, конечно, даже если он будет знать время своей смерти, своей кончины. Но даже если будет человек, например, смертельно болен, не секрет, что многие смертельно больные, те люди, от которых врачи отвернулись, они обращаются к церкви. Ну так уже раз ничего не помогло, пойду уже ладно в церковь, что там поп скажет. Надо поисповедоваться, надо раскаяться в грехах своих, пройти таинство или освящение. Хорошо, человек исповедуется в грехах своих, но у греха есть много различных свойств и воздействий на душу. Грех не просто ошибка, грех не просто грязь, которая затемняет душу, разум и сердце, и ты перестаешь видеть вот реальность, реальную красоту Божьего мира, красоту людей, а ты находишься в этой грязи, тебе все время хочется грешить, но грех имеет еще свойство порабощать душу, о котором говорит апостол Павел. Он говорит, всякий сотворивый грех есть раб греха. Итак, братья и сестры, если человек вот всю свою жизнь любил грех, любил получать удовольствие, греховное удовольствие, но на исповедь ходит и так вот, ну, называет свои грехи. Ну, я там это сделал, то сделал, другое. А в сердце остается желание продолжать грешить. Потому что он возлюбил греховное удовольствие, потому что стал рабом греха, не может не грешить. И поэтому просто исповедь может не помочь человеку, не исцелить его от греха, то он будет стремиться к греху всегда. Вот поисповедался, душа очистилась, облегчилась, снял рабство греха, свободен, радостен. А потом сатана снова приходит помыслом и начинает нашептывать, ну давай, может, загрешим. Да нет, мне так хорошо, я очистил свою душу покаянием, душа легкая, радостная, сел рабство, не хочу опять этой горечи греха, да давай, ну, было что здорово, весело, когда мы грешили, давай. И человек начинает прислушиваться и раздумывать, а правда ведь было весело, приятно, когда мы грешили вместе с бесом, с сатаной, начинает прислушиваться. Если он только начал прислушиваться, то уже коготок увяз, все птички пропасть. То есть уже начал прислушиваться, значит, уже скоро он согласится с этим грехом, ибо сатана умеет уговаривать. И вот человек будет снова и снова падать, снова и снова грешить теми же самыми грехами, потому что возлюбил грех, и потому что очень долго душу свою, сперва ломая ее природу, потому что грех противоестествен для человеческой природы. Чтобы совершить грех в душе чистой, еще детской, нужно очень большое усилие над собой приложить, сломать себя, покорежить свою природу, а потом раз за разом, совершая грехи, мы душу приучали, и уже грех стал природой нашей души. И поэтому не так все просто, конечно, что я буду грешить, а потом перед смертью за день, за два, или перед, когда буду знать, когда конец света будет, перестану грешить и стану святым и войду в Царство Небесное. Да нет, тело умирает даже при конце света, а душа-то, грехолюбивая, остается.
которая всю жизнь грешила, которая всю жизнь любила греховное удовольствие. И поэтому душа грехолюбивая, выйдя из тела, тело закопают, зароют, взорвется, что угодно с телом будет, неважно. Душа останется бессмертной, но она будет так же любить грех, как и в земной жизни, но только с той разницей, что тело ее останавливало своими болезнями, своей немощью тело останавливало. А когда не будет тела, душа будет свободна в своем выборе, и выбор будет ее один – грешить, блудить, пьянствовать, обжираться, осуждать, завидовать, вот еще больше, неизмеримо больше, чем здесь на земле, где тело защищало нас от греха, законы государства нас останавливали, еще что-то от ненависти к людям. Вот когда душа выйдет, она будет свободно ненавидеть. Ух, как я вас ненавижу. У вас всех машины были дороже, чем у меня. Ух, как я вас всех осуждаю. Я потому что очень честная, правильная, правильно, все вы злодеи. И вот, вот такие вот мнимоправедники будут где-то находиться где? Ну, конечно, не в Царстве Небесном, потому что если они появятся в Царстве Небесном, то тут же они отравят все вокруг, все души, как и отравляют вокруг себя каждый день и свои души, и души людей, ближних наших. Идет человек радостный, светлый, может быть, с храма, может быть, помолился, тут подходит такая душа, которая заведущая, загребущая, осуждающая, ты знаешь, и начинает злословить. И все, и душа уже отравлена, та, которая начала слушать. То есть эта душа сперва отравила себя, приняв помыслы, потом передала помыслы другому человеку. И человеческая душа отравлена. И эта отравленная душа пошла отравлять другие души. То есть как инфекция разносится. Вот. И, конечно же, такой душе, которая грехолюбивая, ей надо плакать и каяться очень долго. И серьезно плакать и каяться. Не так, как у нас привыкли по 5 грехов на ходу. Я, батюшка, вспомнил то, что вспомнил. Последние свои грехи. Это новое что-то. А до этого говорили, я сказал то, что меня сейчас мучает. Ну, мучает то, что сейчас, конечно, оно и есть последнее. То, что ты совершил за последние полчаса, оно тебя мучает. Через полчаса уже мучить не будет. Уже душа привыкнет, примет эти грехи и покорится им. Поэтому человек на исповедь приходит, готовился с пустыми глазами, озираясь, смотря, куда муха полетела, еще что-то, скучая, когда уже там меня поисповедуют, ну, что там. Да вот там что-нибудь, где-нибудь, наверное, точно не знаю. А гордыня есть? Да нет, по-моему. Ну, может, наверное. Осуждал ли? Да нет, не осуждал. Ну, наверное, ну, может быть. Завидовал? Да нет, наверное, нет, наверное. Может быть, невнимательная молитва была? Да, наверное, не было, не помню, наверное, не было, не помню. Скорее всего, не чувствую, что у меня совесть обличает. В развлеченной молитве. Что еще там было? Серебролюбие. Да, наверное, не было. Нет, не было, батюшка. Не чувствую, не обличает. Что еще там? Да ничего, наверное. Вот там что-то там не туда пошел, не там, наверное, сказал. Может, и правильно сказал. Ну, в общем-то, и все. 4 дня назад исповедовалась. Вот такая исповедь. Это реальная исповедь. Наверное. А знаешь ли, какой самый главный грех? О, сейчас вспомню. Какой там самый главный грех? Гордыня самая главная. Да, так есть у тебя гордыня? Нет, не чувствую, нету. Я очень смиренный человек. Ну, это не говорится, но это подразумевается. Вот такие плачевные покаяния, вот такое, когда мы всю жизнь грешим, грехолюбивые, такое плачевное покаяние, и плачевное, печальное, безобразное отношение к этому великому таинству мы с вами проявляем, причем люди это глубоко церковные, это не те, которые только сегодня пришли в церковь, вчера, месяц назад, эти еще ревностные, эти еще горят покаянием, у них брачный пир, у них радость освобождения грехов, а которые уже лет 15, церкви 10-20, заскучали и говорят, наверное, а может и нет, да не чувствую ничего уже, не чувствуешь ничего уже, потому что давно умер уже. Вот поэтому не чувствуешь. Труп ничего не чувствует. Его можно колоть, жечь, щипать, а он ничего не чувствует, потому что он труп, мертвый. И вот душа человеческая, которая ничего не чувствует ни гордыни, ни зависти, ни искушений этих, ни осуждения, ни раздражения, ни гнева, ни
блудных искушений, ни сребролюбия не чувствует искушений, ни чревоугодия не чувствует. Нет, там что-то пошел, что-то съел, да и все. Та душа какая? Просто мертвая. Уже бесы ее не искушают этими. Просто они ею командуют, управляют, что хотят, то с этой душой делают, а она ничего не чувствует. Мертвая душа. Совесть ее настолько завалена смрадом грехов, что среди этих слои мезозойской, палеозойской эры греха заваленных совестью уже ничего не слышно. Совесть меня не обличает ничем. Батюшка, 4 греха совершил, не больше, за 4 дня, за 5, за 10, за неделю, за 2 недели. Ничего не чувствую. Никакой гордости ни за дни не делал. И вот, братья и сестры, поэтому, конечно же, в том числе Господь. И эти люди, они очень часто ходят, ищут старцев каких-то. Батюшка, а вы не знаете, какой самый сильный старец в Крыму? А зачем тебе самый сильный? По такой средней силы старец не подходит. Мне нужен самый сильный. Мне. Ему кто-нибудь будет средний старец. А мне самый сильный. Я самый лучший. Мне самый сильный. И ища этих старцев, они начинают вас спрашивать, а когда же будет конец света? А когда же будет интересно? Когда? Вот когда, чтобы подготовиться. И прямо вот так перед концом света хорошо поисповедаться по-настоящему. Не так, что в 4 грехах. Так, что-то съел, наверное. Что-то не съел, наверное. А может, не наверное. Ну, не знаю. Ну, в общем, скорее всего, ничем не совершил. Ну, так, рассказали, надо поисповедоваться. Ну, поисповедуюсь, что-нибудь скажу. Вот они хотят поисповедоваться хорошо, глубоко, очистить свою душу и быть со святыми. Серафимом Саровским, Николаем Угодником, которые всю жизнь подвязались в подвизе Христове. Всю жизнь терпели скорби, поношения, были аскетами, трудились для спасения своей души. И человек хочет туда сразу здесь грешить и там со святыми быть вместе в одних обителях. И вы спрашиваете этих старцев, а потом разносят слухи. Ну, старец не назвал точную дату, но он сказал, что вы не увидите конец света, а ваши дети увидят. Но это почти точная дата. А Господь говорит в Евангелии, об этом часе никто не знает, никто, даже ангелы небесные, только Отец Небесный, даже Бог Сын об этом не знает, Иисус Христос об этом не знает, только Бог Отец знает, когда будет конец света. И вдруг некий старец предвозвещает конец света в этом или в другом, в ином поколении. Значит, можно сразу сказать, что это лже-старец, и лже-паломники, лже-молитвенники, которые вызнают даты конца света. Никто не знает. И поэтому Господь в нашем сегодняшнем Евангелии говорит, что как люди до потопа Ноева женились, посягали, но бегал, кричал, говорил, братья, собирайтесь, скоро будет потоп, все погибнут, давайте будем строить ковчег, давайте будем собирать, что вам нужно, в этот ковчег входить, и все будем спасаться. Ему говорили, что тут рассказываешь нам? Нам это не подходит, нам это не нравится. Нам нравится наша жизнь с ее грехами, с ее удовольствием, с ее зарабатыванием денег, превозношением друг перед другом. Я заработал больше, ха, на соседа, у меня дороже одежда. Сосед заработал больше, ха, на меня, у меня дороже телега и так далее. Ах, телега дороже, ха, и опять на соседа, я построил 3-й этаж в доме. Он опять, ха, а у меня вес больше, ну и так далее. Вот это нам нравится. И ты говоришь о каком-то потопе, что все это погибнет. Наша такая интересная жизнь, превозношение друг перед другом. Этот на 10 овец больше приобрел, этот новый флигель поднастроил, этот одежду дороже купил. Мы ходим, хекаем на друга, хакаем. Вот. Нам это очень нравится. А ты нам говоришь, что все это погибнет. Наши дома, овцы, одежды, все то, что, чем мы хакаем друг на друга, хекаем. И удовольствие получаем от превозношения. Вот, наша радость. Главное в жизни гордиться, превозноситься. Все это погибнет. Потому что нам это не нравится. А раз нам это не нравится, то оно и не произойдет. Потому что в жизни происходит только то, что нам нравится. То, что нам не подходит, нравится, мы не принимаем. Хакнули на Ноя. Ну и сказал, ну а что, а как их? Что, в кандалах тащить на этот корабль? Человек выбирает сам. И строил этот ковчег. И все говорят, о, дурак, во псих. Мы так хорошо, весело живем, превозносимся друг перед другом. А он ковчег это строит. И до последнего дня женились.
свадьбы играли, обещали, кричали «Горько на свадьбах!» Детей, внуков пророчили друг другу, счастья желали, плевали через плечо, чтобы весь год был хорош, хороший, удачный и так далее. До последнего дня, как наступил потоп, все, которые хакали, все утонули и наплевались на Ноя. Да, в нашей жизни происходит то, что нам не нравится. Да, в нашей жизни происходит то, что не по нашей воле. И более того, надо сказать, это происходит всегда, каждый день, каждую секунду. То, что нам не нравится, то, что не по нашей воле. Как с ребенком происходит, он вечно визжит, ребенок своевольный, кричит, потому что вечно что-то заставляют делать. Что ему не нравится, то учат ходить на горшок, а не под себя, ему это не нравится, потому что ему комфортнее ходить под себя. Но его учат, давай садись на горшок и там. То его учат не есть варенье, когда он хочет, а ему хочется есть варенье. То его учат делать уроки, а ему хочется гулять, бегать, играть. Всегда заставляют делать то, что ему не нравится. Всегда. Даже греховные родители. Даже очень греховные родители. И то понимают, что ребенка надо учить тому, что он не хочет делать. Заставлять его это делать всеми способами, на его волю. Если ребенок послушный родителям, если он исполняет волю родителей, то ребенок этот будет развитым. Он научится быстро ходить на горшок, делать уроки, станет образованным, умным, грамотным. А тот, который был своевольный, он будет отставать в развитии все время. На горшок он пойдет не в 2 года, а в 8, который не хотел, кричал, визжал. Научится варенье брать с разрешения в 16 лет, уроки делать научится в 28. Ну, в общем-то, и в результате у них будет разная жизнь, у тех людей, которые один слушался родителей, ребенок, а второй визжал и кричал, поступал по своей воле. Понятно, что который на горшок научился 8 лет ходить, у него не будет неинтересна работа, неинтересна семья, как у того, который научился в 2 года ходить. У них разная дистанция в жизни. Точно так же и в вечности. Господь каждый день нас учит ходить условно на горшок, брать варенье с разрешения Отца Небесного, делать уроки, помогать родителям, Отцу Богу помогать. Не врать Бог в душе, там, я могу в храм не ходить, просто наврать, что Бог в душе, и не ходить, или у священника не та машина. А вот ты должен помогать Отцу Небесному, помогать строить ему храмы, помогать, причащаясь тело и кровью Христа, многие другие дела делать. Если мы послушны воле Божией, если мы церковленные христиане, мы быстро развиваемся. И любой ребенок воскресной школы 7-летний, он гораздо умнее, мудрее бабушки 70-летней, которая в храм никогда не ходила. Бабушка скажет, я пришла к таким открытиям. Она скажет, бабушка, у нас в воскресной школе этому еще в прошлом году учили. Ты вот всю жизнь прожила, я поняла, что надо это не делать, а то делать. И вот так уже, бабушка, это деток маленьких учат. Ты всю жизнь прожила, чтобы это понять. А у нас вот 7-летние дети это уже знают в церкви. Бедная ты, бабушка моя. Что ж ты жизнь прожила? Ты могла это в 7 лет узнать, а ты в 70 это узнала. Вот. Поэтому, братья и сестры, не будем искать даты конца света, который у нас там будет. Он обязательно будет. Все наши земные дела сгорят, и все пророчества Божьи, они исполнятся. Жизнь наша очень короткая, очень быстро летит, как вспышка, и нету ее. Все время мы должны думать, вот то, что мы здесь стяжали, земное, мы кому это оставим? Кто будет этим пользоваться? Я совершал не всегда праведные поступки, часто греховные, часто те, за которые не знаю, как раскаяться потом. Это вот это то, что я собрал, оскорбив людей, их унизив, их обокрав, сделав злые дела. Это для кого я собрал? Ведь я одной ногой стою в могиле. Ведь завтра, сегодня, вчера умерли мои уже ровесники. Уже младше меня люди ушли в иной мир. И я скоро уйду туда же. Я скоро умру. Вот это имение, которое я воровством чужое забрал, я для кого его собрал? К
Кто будет им пользоваться? Этот человек хотя бы спасибо мне скажет хоть когда-нибудь? Вряд ли. Вряд ли скажет спасибо. Он будет смеяться надо мной и говорить, какой дурак. Он собирал, он воровал, он делал несчастных людей несчастными, а я сейчас пользуюсь. Езжу на машинах, трачу эти деньги, а он дурак, потому что он посвятил этому жизнь. Я ничего не делал и всем пользуюсь. А этот дурак, он посвятил этому жизнь и набрал много грехов и сделал многих людей несчастными, обобрав их. Вот смеяться, спасибо не скажет. А эта душа где будет, которая обворовывала, обкрадывала, которая делала нехорошие дела, льстила, человеку угодничала, чтобы собрать эти деньги для того, чтобы умереть потом, и кто-то пользовался другой. Эта душа где будет, которая так и не смогла раскаяться с окаменевшим сердцем, потому что она давно уже была сожжена в своей совести. И предлагали покаяние, и Господь предлагал, и ангел-хранитель предлагал, и святые незримо приходили и молились за эту душу, и уговаривали эту душу, ты раскаяйся, ты исправь все, что ты сделал. Твое воровство, оно, зачем оно тебе, твое воровство? Ты куда это все денешь? Оно же огонь поедающий. То, что ты украл. Раскайся, исправь то, что ты сделал, верни то, что ты украла. Не лги, зачем ты лжешь, кого ты обманываешь? Ты себя обманываешь? Кого ты считаешь дураком? Себя считаешь дураком или людей, или Бога, может быть, считаешь? Раскайся, искренне тебе жалко, искренне. Потому что деньги надо зарабатывать, а не воровать. Зарабатывать. И Господь дает столько, сколько нужно человеку. Не надо воровать. Не надо даже стремиться к особым каким-то сверхзаработкам. Сколько Господь дает, и слава Богу, все равно мы кому это все оставим. Вот о чем мы должны подумать здесь на земле. И думать, не подумать, а думать постоянно, каждую секунду. Чему посвящать свою жизнь? Каждый день, каждое мгновение. Посвящать воровству, чтобы над кем-то превозноситься, кого-то унизить. Да какие-то, какая угодно мотивация, но она не оправдывает воровство и жизнь во грехе. Каждую секунду можно думать, кому оставим, будет страшный суд, как буду отвечать за это. Ведь душа черна, ведь душа не раскаяна, ведь в душе нет вообще даже... Простого слова человек даже, который ворует всю жизнь, он даже, вот простое русское слово, он сказал, простите, пожалуйста, не сказал. Что простите, да, я украл, я воровал, простите, пожалуйста, я каюсь. Человек настолько он мертвый, что он даже, у него в голову не приходит даже вот простые слова сказать какие-то. Вот начать хотя бы с этого. С простой фразы. Простите, пожалуйста, да, я воровал, вот так получилось. Вот так меня бес помутил, я не знаю, как я к этому пришел. Я болен духовно, да. Я порабощен греху, страсти, сребролюбия. Я ненавижу людей, наверное, раз я их обкрадываю. Я им завидую, наверное, в чем-то. Я считаю, что я ущемленный в чем-то, или физически, или духовно. Поэтому я их обкрадывал, обманывал людей этих. Но как-то с чего-то надо начать, раскачать. Иначе просто человек погружается, скажем, днем, ну, в такую трясину, из которой ну, неизвестно, как выбираться потом. Поэтому, возлюбленные Господи, братья и сестры, давайте не будем ждать последнего дня страшного суда. И давайте не будем... жить во мертвении сердца своего. Давайте все-таки какое-то живое что-то в сердце почувствуем в своем, в душе своей, какое-то живое сострадание с нами, к нами бездольным людям, обокранным, оболганным, осужденным и прочими нашими грехами людям, людей, мучимых. Почувствуем хоть немножко что-то человеческое, сострадание, какое-то покаяние, какие-то укоры совести. Это не страшно. Почувствовать сострадание, покаяние, укоры совести услышать не страшно. Страшно не услышать. Страшно
не почувствовать. Вот это страшно, когда ты мертвый зомби, хохочущий зомби, который совершает грехи. Почувствуем сострадание, покаяние, в себе будем вызывать и будем исправлять то, что сделали. Посмотрим на свои денежки украденные и скажем, надо их возвращать обездоленным людям, их надо возвращать. То, что ты украл, не надо врать, что я ничего не брал, что я потратил на добрые дела, все, хихикая и объясняя какие-то безумные истории, рассказывая на ходу, вообще безумные. Просто надо вернуть спокойно то, что украл, и тогда начнется нормальная жизнь. А так она не начнется. Тогда человек будет идти все больше в ад, и в погибель. Уже здесь, на земле. И деньгами, вот этими украденными, ну, конечно, воспользоваться он не сможет, а тем более откупиться от страданий. Помоги нам, Господи, чтобы мы не искали конца света, даты, а, как по слову Господа в сегодняшнем Евангелии, чтобы мы были с вами бодренными, как хозяин дома знает, когда вор придет, он спит, не спит, ждет вора, чтобы дать ему отпор. Так и мы должны быть бодренными каждый день, не привыкать к греховной этой жизни, порабощаться грехам своим, не быть рабами греха, но бороться со грехом, очищать свою душу в покаянии. Иисусова молитва защищает свою душу от помыслов греховных, от шепота бесовского и уговоров его, защищать душу, творить добрые дела, дорожить временем своей жизни, ибо скоро все мы умрем, очень быстро время, оставшееся в нашей жизни, пролетит, а дальше ответ на страшном суде Господне. И пусть память смертная будет у нас каждый день, каждую секунду, и каждый день, каждую секунду, каждое мгновение мы будем думать, что останется после меня здесь на земле, и кому оно достанется, как будет использоваться то, что я здесь настяжал, здесь на земле, с хохотом греховным и расточением, или с молитвой и благодарением Богу и ходатайством за усопшую мою грешную душу. Помоги нам, Господи, чтобы мы собирали сокровища небесные, а не земные, те сокровища, которые не сгорят и не уничтожатся ни сейчас, ни на страшном суде, ни после страшного суда Господня, которые будут нас радовать здесь и в вечности, всегда непризнанно и во веки веков со всеми святыми, от века Богу угодившими. Аминь.